I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one. Всем привет, дорогие друзья, с вами Конор. Сразу же продолжаем играть в Fallout 3. Долго ждать не приходится. Продолжаем играть. Так, этот сейф. Блять. По-моему, мы уже его открывали, это другой был. Сука, одна заколка, две. Блять, только попробуй сломаться. Блять, две заколки, я манал. Если я сейчас тут не найду заколку, я порежу вас всех. Блять, это чё, пылесос? Это чё? Блять, не замки, ёбаный свет. Блять, батарея на... Хули ты дрыгаешься? Я обосрался. Блять, так резко. Обезвредить ловушку. Так, машинка. Так, ёпта... Что-то было. Так, ладно. Так. Где эта гребаная скрипка? Мать его. Привет! Мудила! Что ты мне орешь? А, что, не достать, да? Сейчас я к тебе приду, подожди. Куда мне? Сюда, да? Вот мы и встретились. Два одиночества. Да, блядь, умри ты, ебаный тусфер. Так, это недоступно. Так, тут нифига нету. О, привет. Так. Так, продолжаем. Я поставил таймер. Ладно. Так, что тут есть? Блять, ну если... А, это открыт. Странно, сейф открыт, но это даже лучше. Даже больше скажу, это лучше, чем хорошо. Блин, где эта грёбаная скрипка, мать её? За вот заколка. Хоть что-то радует. Стимулятор забери. Так. Так. Это чё? Атриум. А чё, выход, блядь? Не, ни хрена. Блядь, грёбаная трупа. Иди ты в жопу. Скелетон. Ещё один скелетон. Одни скелетоны. Идем сюда, там я ничего полезного не нашел. Кроме заколок двух. Так. Ну ёб твою мать, а. Да хорош мне орать, ёб. Блять. Чё тут? Крышки ядер кола. Чё тут? Не работает, так. Фух, так, открывайся. Средний, так. Чик. Пистолет, так, патроны. Крышечки.
Батареи. Да ёпта, вы задолбали, мать вашу. И в жопу, блин. Все, сгори нахуй. Стимуляторы. Больше ничего нету. Так, психа. Стелсбой, винты. Ну, собственно, все. В ящиках ничего полезного для меня нету. Так, это выход. Это что это? А, нужен ключ. Так, привет. Да и в жопу, блин. Наконец. Так, Landbox. Добавил на заметка. Что еще мы слышим? Не в состоянии поверить тому, что обнаружил. Один из охранников перед смертью рассказал мне все. Оказывается, смотритель, без моего ведома, насаждал агрессивные настроения среди всего населения убежища. Он пустил белый шум не только по лаборатории, но и по общежитию через репродукторы, пока все спали. Затем он давал им боевые внушения, которые, по его словам, взяты прямо из инструкции Волтек. Он, несомненно, спятил. Никакого контроля. Никаких наблюдений. Сейчас я иду к нему объясниться. Он за все заплатит. Половина убежища мертва, вторая половина борется за жизнь. Да смилостивится над нами Господь. Блять, одна заколка, одна, блять. Блять, ёбаная скрипка, я нашел ее. Вернуться к Агате. Сука, охуеть, охуеть, мы нашли, какой ценой, блядь. Какой, сука, ценой, а? Драгоценные заколки, блин. Твою ж мать, а. Ты чё, выход? Блядь, я не верю, мы нашли её. Всё, нахуй, трутни, нахуй, всё, я, блядь, съёбаю в туман. Съёбаю нахер отсюда. Это выход? Да, это выход. Наверное. Блядь, сейчас, сука, заблужусь ещё здесь. Да, по-моему, это выход. Блять, куда я зашел? Блять, куда это? Блять, это не выход. Куда я иду? Я не знаю, почему я иду, и не знаю, куда я, но я иду. Блять, тут выход должен быть, но тут компьютеру пизда. Хотя не. О, еще одна заметочка. Сегодня у нас беда. Один из наших подопытных, V920717, убил троих в приступе животной ярости, подобного которому я в жизни не видел. Охрана всадила в него целых 23 пули, пока он наконец упал. У пациента в прошлом никаких проявлений насилия и психических расстройств. Меня тревожит то, что этот пациент один из наиболее гипнабельных, способны выполнять в трансе сложные команды. Так, ладно. Чё-то я куда-то не туда пошел. Так, трутень, иди в жопу. Куда? Сюда? Нет. Нахуй, нахуй, нахуй. И не сюда вообще. Так. Куда мне идти? Машина. Трутень, идите в жопу. Так. Так, может не сюда? Да, сюда, наверное. Так. Бля, куда мне идти?
Не-не-не-не-не, нахер пошел. Не-не-не, чувак. Не, так не пойдет. Пошел в жопу. Нет, мне не сюда. Блять, куда мне идти? Блять, ты со мной. Блять, дай кашлять. Да достань ты свой гребаный меч. Блин. Фу, извиняюсь. Чуть-чуть простудился, ну ладно. Там не, блядь, не сюда. Ламп. Блядь, где этот гребаный выход? Я же отсюда пришел. А, давайте попробуем отсюда выйти. Тут какая-то лестница здесь была. Вот она. Так. Ну что, какой-то сейф. Давай открыть. Блин, я тут был. Я тут был уже. Я сюда спускался. Этот сейф я помню хорошо. Да, я, блядь, я тут скрипку забрал. Я тут, блядь, круг обошел. Так. Мне вообще не сюда. Блядь. Летел такой. Привет. Да съеби с пути. Так, ты что за дверь? Мне не сюда. Так, блять, встал на буче, все равно видно, ладно. Блин, куда мне идти, блин? Кто подпереть пытался. Так. Давайте сюда сходим. А, я тут был. Ну ладно. Так. Что тут есть? Ничего полезного. Так. Мне нужен грёбаный выход. Вот он. Да, это он. Надеюсь, что так. Да, это он есть. Ай, блядь. Так. Да, вот. Вот выход, правда, мы кружок обошли, но, блядь. Все-таки вышли. Одна заколка. Одна гребаная заколка. Чуть, да? Чистяная банка. Фу. Так, друзья. Немного времени у нас осталось. Так, песня Агаты, карта мира. Возвращаемся назад. Дом Агаты.
и отдаем ее ей ее долгожданную скрипку. Так. Заходим. Где? Вот спит. Вставайте, скрипку принес. Вставай, блин. О, Господь всемогущий, тебя целую вечность не было. Пожалуйста, скажи, что у тебя хорошие новости. Даже лучше. Так. О, Господи, Боже мой, я должна увидеть ее. Прошу тебя. О, Боже, она даже прекраснее, чем я думала. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Как жаль, что у меня нет ничего для тебя, чтобы могло бы стать достойной наградой. Все, что у меня есть, чистота моей радиостанции. Если захочешь послушать, как старая женщина играет на скрипке, настраивайся. Хорошо. О! Вот следующий уровень, это заебись. И прокачаем мы. Что прокачаем мы? Холодное оружие. Чуть тяжелого оружия прокачаем до 51. Нет. Лучше до 43. Так. Ремонт, наука, легкое оружие прокачаем. 37 и скрытность. Так, что тут есть у нас? Так. Так, а чё? Я хочу вот это вот. Вот оно, снайпер. Так. Живчик. Ладно, наемный убийца. Отлично. Так. Заметка добавлена. Кто не прочитал, ставьте на паузу. Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас три. Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете. А теперь настоящие новости. Дорогие друзья, мальчишки и девчонки из Братства Стали продолжают драться на светлой стороне. Недавно они выставили патрули в деловом центре. После того, как наши любимые уроды и супермутанты стали чаще появляться там. Боюсь, без наших приятелей из Братства вся столичная пустошь уже была бы захвачена грязными выродками. Так что, если встретите рыцаря или паладина, бойцов очень даже видимого фронта, спасающих ваши жизни, скажите им спасибо. А еще лучше, поделитесь патронами. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Теперь немного музыки. Умри. Кого он убил? Блять, обычного жителя убил с дубинкой. Это ж надо, блять, быть таким, сука, тупым, а? Он все спокойно тут жил, блять. Охренеть. Чё? Ты ещё, блять, кто такой?
Ах, блядь. Ты кто такой? Палец. Нафига не твой палец? О, солнечные очки. Так, снаряжение. Оружие. Так, снайперская винтовка, ремонт. Отлично. Солнечные очки. Как это выглядит? Круто. Им не хватает какой-нибудь шляпы. Это еще что такое? Так, ладно. Оденем. Эффект. Так, ладно. Пам-пам-пам. Так, радиация. Небольшая вода. Тут вся вода с радиацией. Пам-парам. Парам-парам. Парам-парам-парам. Ну что там Агата говорила про ее линию? Про ее линию. Радио. Следующий отрывок посвящается моему любимому мужу. Да пребудет его душа в мире. Ага. Блять, ты откуда взялся? Вы обои откуда взялись? Умрите. Ага, там кто-то. О, блядь, там ЭД. Точнее, радио. Умри. Ты кто? Стой. Стой. Радио шпион Анклава. Ладно. Лети. Послушаем пока. Скрипочку. Но продолжим мы ее слушать в следующей серии. А с вами был Конор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.